Привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! И как вы поняли из названия, сегодняшнее видео будет о коробочке. Вот такой компании. Да, сейчас немножко ударилась в поставке, в общем, скажем так, заказов коробочек. Больше всего мне интересна не косметика, да, для себя, для меня, а для малыша. Таких компаний на нашем рынке не очень много, но тем не менее они есть, и одна вот из них вот такая, Baby Best Box. Я уже выкладывала в Инстаграме фотографию, вам покажу ее состав, что здесь лежало. Я уже подумываю, что мне сделать с этой коробочкой, потому что посмотрите, какая она прикольная. В конце концов, сюда можно собирать канцелярию. А знаете, детские игрушки, что впереди будет актуально для моего малыша. Мне предоставили ее на обзор. Хочу сказать большое спасибо, что на меня обратили внимание. Мне очень приятно. Приятно получать за свое хобби вознаграждение какое-то. Ссылочки я оставлю под этим видео, вы можете перейти на этот сайт и также заказать эту коробочку. Самое главное то, что сколько лет вашему малышу, то есть сколько месяцев вашему малышу, например, 5 месяцев, 8 месяцев, год, вы указываете на сайте, и такой будет состав вашей коробочки. Это очень прикольно, то есть повторяться практически ничего не должно. Ну, то, что вам нужно, то и придет. Мне, например, сейчас интересуют там, знаете, какие-то развивающие игрушки или тарелка там, знаете, на присоске и так далее. Например, такой вариант уже указать возраст, и, в принципе, возможно, доставят. Я состав, понятное дело, уже видела. Сейчас я ставлю... Да-да-да! Так, ну что, мы открываем и смотрим содержимое коробочки. Вот так все было упаковано. Сейчас мы с вами будем смотреть. Красота какая! Первые, они самые интересные. Та-дам! Берем, открываем коробочку. Вот. Смотри, как упаковано с любовью. Мы вот что здесь видим, мы видим. Добрый день, очень надеюсь, что подобранные коробочку товары вам понравятся. Да что такое? Так, развязываем все это дело. Красоту, красоту, красоту. Здесь, кстати, написан состав коробочки, расписано, и как пользоваться и так далее. Интересно, интересно. Ух ты! Смотри! Чего тут только нет? Мультиприемник! Детский! Так, еще раз открываем, потому что у меня отвлек малыш. Что, ну и понятно. Дальше я так и не смотрела. Так, ну что, мы тут с вами обнаружили подгузники. Такие, я понимаю, что здесь 6 штук. А они такие весомые, тяжеловастенькие такие. Это та фирма, которую я давно хотела попробовать. Виолетта. Еще в Инстаграме. Мне тоже, я на них подписана. Так. Очень надеюсь, что подобранные в коробочку товары вам понравятся. Буду рада вашим отзывам и рекомендациям. Первые подгузники в Европе, производимые по эксклюзивной японской технологии из материалов лучших европейских производителей. Очень тонкие, легкие и так далее. Если мы их откроем... Здесь, я тут сбоку открываю. Достанем. Они вот такие большие, для нас большие, но у нас малыш большой, то есть, ну, в смысле, не по своим этим, не по своему возрасту, ну, чуть-чуть у нас богатырь на месяцок, так, мы размер носим довольно-таки, ну, в общем-то, большой.
На первый взгляд очень выглядит красиво, и смотрите, действительно очень классные, трогаешь, тоже такие, ну, приятные. Открываем здесь. У нас что получается? Получается, что вот такая вот, система, похожая на хаггисы. Запах. Запаха практически... Ну, нет вообще никакого запаха. Запаха нет. Липучка. Самое главное, чтобы вот здесь не было твердым, то есть, чтобы не натирало, не давило малышу. Да, вот видите, я вот так гну, видите, как оно? Оно как классное, и оно еще тянется. Так что супер. Видите? Все написано. А вы могли наставить. А коробочки... 1950 рублей, то есть 2000 рублей. Так, идем дальше. Трубка детская газоотводная. Безопасно, стерильно, эффективно. Вот такого она размера. Выглядит все дело вот так. Ну, я такую трубочку не видела. Город Клин делает. Альпина Пласт, Московская область. А, кстати, я его, в принципе, хотела, но... Я отношусь к тем мамам, которые боятся делать эту процедуру и трясутся. Жуть, жуть, жуть. Но она нужна. Нужна, пускай будет, потому что именно вот такого плана длинную я хотела, чтобы была. Потому что я видела, что в роддоме у нас был запор у малыша. И вот именно вот такой вот длинной делали. Но, правда, они там еще воду ему ввели. Биоойл, посмотрите, вот такая вот брошюрка биоойлом. Этим маслом я пользовалась во время беременности. Довольно-таки оно меня спасало. Я, в принципе, оно работает, я считаю. Приятно пахнет. И оно мне, кстати, так как потому что у меня было кесарево сечение, и мне, в общем-то, надо мазать свой шов. Вот написано тут от рубцов. Вот она упаковка, 60 миллилитров. Ну, и многие уже знают это масло, я его тоже знаю, потому что пользовалась. Вот она самый раз мне, и брошюрка, за брошюрку спасибо, потому что заодно вот мы с вами можем почитать, посмотреть, что здесь ее в составе. Ромашка, вот я открывала, лаванда, розмарин, календула. Календула тут классная штука, витамин А, витамин Е. И вот пурселин, какой-то пурселин ойл, в общем. Три растяжки при беременности. Так что будем пользоваться. Идем дальше. Вот, кстати, Медикам, ваш медицинский магазин. У них, я так понимаю, вот тоже газоотводная трубочка. Может быть, это вообще ихняя. Не, Медиком — это другая фирма. Так, открываем. И здесь у нас, получается, идет мочеприемник. Мочеприемник они выпускают еще. Термометры лобные, да, которые прикасаешься к лбу. Небулайзеры компрессорные, вот они выпускают. Мочеприемник детский. Ну, в принципе, нужны, конечно. Это анализы мы сдаем. Так, следующее. Идет мыло детское с экстрактом зверобоя. Угу. Мыло туалетное. Тик-так. Такое оно громоздкое. Практически ничем не пахнет. 150 грамм здесь. Так, далее. Папа Care Baby. Детские влажные салфетки. Фирму я эту слышала, тоже хотела попробовать. Так, в общем, это, ну, в общем, можно будет брать куда-то на выход, в больницу, на улицу гулять или на природу. Не содержит парабенов, красителей, аллергенных отдушек, не содержит спирта. Вот такие. Следующее. Следующее у нас идет Бюрт Бэйби. Немецкое качество с нуля, значит, лет жизни. Мягкое средство для стирки, не раздражающее нежную кожу малыша. Экстра мягкое, одобрено дерматологами. Фирму тоже я это видела, не пробовала. Средство для ручной стирки детского белья с бальзамом алоэ вера. Мне вот интересно, почему для ручной стирки.
почему нельзя. Пахнет, пахнет. Вкусно. Следующая от мамы Mami Care, тоже фирмы. Здесь я на русском ничего не вижу. Вот такой вот какой-то. И бутылочка нарисована. Сейчас мы посмотрим. У нас же есть брошюрка, и на брошюрке все указано. Лифтинг-крем для тела. А, нет, это не то. Мыло-пенка, наверное. Для бутылочек, сосок, молока, отсоса. Сделано на основе смыленного кокоса с добавлением эфирных масел, лимона, гвоздики, апельсина, горького апельсина, аниса. Очищает детские принадлежности, не оставляя после себя опасной химии. Удобная помпа. Также цитрусовый аромат уменьшает расход средства значительно. Ну, в общем, детские принадлежности мыть. Вот такое. И тут-то надо найти пробник. Видимо, вот пробник такого вот формата. Вот. Это у нас лифтинг-крем для тела, пробник. От этой же фирмы. Для женщин после рождения ребенка, для использования во время диеты, резком изменении веса, быстрее вернуться к добеременным формам. И чтобы растяжки не появлялись, в общем, витамин Е, авокадо здесь в составе. Ну вот, вот такой вот. Вот такой вот. Ага, да-да, сынок. Санасан. От Санасана у меня на данный момент есть присыпка. Здесь положили, так понимаю, шампунь маленький. Средство для купания, шампунь. У нас производство Германия. 50 мл. Beauty Baby. Данный пакет рассчитан на 2 стирки в стиральной машине. Гипоаллергенен. В общем, я так понимаю, это порошок. Вот, типа порошка. Стиральный порошок. Любые виды загрязнений, шоколад, траву, краску. В данном случае меня интересует, чтобы какахия отстирывалась. Но пока ни один порошок с этим не справился, кроме хозяйственного мыла. Не содержит фосфатов. Ну что ж, такой условник. Спасибо. Следующая. Такая губка. Не знаю, как правильно прочитать фирму. Кажется, что Веледа. Она такая интересная. Вот такая вот. Смотрите, шуршавенькая. Сначала кажется, что это... Кажется, что как будто... Губка Pur Colors, неупакованная одна штука. Яркий, сочный дизайн. Для даже трудное загрязнение, не царапая поверхность. Чистка деликатных поверхностей. Одобрена для использования на антипригарных покрытиях. Зарегистрирована. Ну, в общем, такая губка. Ну, действительно прикольная. Что-то такое новое. Прикольно, мне нравится. Всегда нужно. Следующий вот такой вот мячик. Eagle Roll. Стандарт. Тонус. Развитие, антистресс. Вот такой антистресс я вот. Видите, какой. Тоже для массажа, для ножек я хотела такой приобрести. Вот тут инструкция для использования. В общем, я хотела вот по ножкам водить, по ручкам. Поэтому огромное спасибо за такой вот подарок нужный, который я давно хотела тоже приобрести. Следующее. От фирмы Aqua. От этой фирмы у нас стоит средство для подмывания младенцев. Тоже с нуля. Легкий крем-тальк для кожных складочек малыша. От опрелости раздражений. Для складочек малыша. Я такое вообще первый раз вижу. То есть понимаю, что можно... Ай, прямо нос. Я понимаю, что можно складочки. Складочки. Ай. Вкусно пахнет. Так, интересно, что у нас тут осталось? У нас осталось вот такое средство, молочко детское после загара. Ух ты, Ирина, же скоро лето. Мгновенное впитывание, гипоаллергена, свобода, алоэ вера. Disney Baby. Я такую фирму не знаю, скажу честно. Ну да.
От нуля плюс самое главное, что от нуля плюс. Ну, в общем-то, понятно, у нас коробочка-то для 5 месяцев. 5 плюс. Депантенол, экстракт алоэ вера, бисаболол, витамин Е, лантаин и комплекс растительных масел, олив, сои, виноградный косточек, подсолнечник и ши. Ну и вы сами прекрасно понимаете, что он питает и так далее, успокаивает. Ну что ж, спасибо, мы будем пользоваться, скоро лето. Замечательно. Интересно, что это за мешочек? Я на него так поглядываю. Скидка 3%. Море дома. Код купона бокс. Можете воспользоваться, кому интересно. Вот такая вот скидка. Море дома Рус. Я так понимаю, частичка моря в каждом доме. Море дома. Так, это, я так понимаю, соль, наверное, для ванн. Да, соль для, на организм детей, писание. Интересно. Способ применения. 1-2 килограмм. Принимать не более 4 недель. Оздоровительный курс. 12-15 солевых ванн. До 4 килограмм соли. 2 дня с перерывом на 1 день. К примеру, предосторожность делает Республика Крым. Работа, забота о здоровье, не только возможность все снова подарить своим близким и себе самое первое воспоминание о море. Так, я так понимаю, что это у нас соль. Видите, вот как она в таком красивом пакетике. Нерафинированная салочная морская соль для ванн. Классно, что могу сказать, супер. Супер-супер. Не знаю, открывать, не открывать. Здорово. Спасибо большое за внимание. Сейчас я буду делать фотографии в Инстаграм. Спасибо большое Надежде, что обратила на меня внимание и согласилась со мной посотрудничать. Мне очень приглянулась, понравилась эта коробочка. Поэтому именно я хотела ее протестировать, я ее протестировала. Сами видите, здесь много уходовых средств. Прекрасно просто. Единственное, что может быть, здесь не хватает игрушки для ребенка. А уходовая система здесь очень хорошо. Много всяких продуктов. Так что поэтому заказывайте ссылочку. Я оставлю на этот сайт. То есть, как вы понимаете, да, то есть вашему ребенку может быть 0 месяцев, может быть 6 месяцев, может быть год. Поэтому на сайте вы указываете, сколько лет вашему малышу, лет вашему малышу, месяцев вашему малышу. Соответственно, вы все это выбираете на сайте и заказываете. Что можно заказать будет со скидкой, это на 3 месяца сразу там на полгода, там на год. Естественно, будет дешевле будут эти коробочки обходиться, нежели чем когда вы будете по одному месяцу. Видите, как все красиво упаковано. Мне очень понравилось. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Как я распаковывала эту посылку, мне все понравилось. Мне все понравилось, поэтому спасибо за внимание. Заказывайте. И всем пока-пока.